Сытые хвостики. Друзья приюта всегда поддерживают эту большую и дружную семью. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за помощь. Жизнь все чаще преподносит нам новые проблемы, и без вашей поддержки в одиночку нам просто не выжить. Родные наши, от всего сердца спасибо вам от хозяйки домашнего мини-приюта Людмилы Чернецкой и, конечно же, ее подопечных хвостов. На неделе, как обычно, выезжали за продуктами. Цены с каждым разом приводят волонтера-инвалида просто в огромный шок. Но жить и кормить животных как-то надо, поэтому стараемся как-то все распределять. Купили нашим хвостикам тушенку на черный день, корм, печень, спинки куриные, мясную обрезь, рыбу и, конечно же, чистящее средство белизну. Без нее, родимой, но просто никак. А нужно всегда поддерживать чистоту в приюте с таким-то большим количеством. Мешок сахарей для наших парнокопытных и 2 мешка крупы. Как всегда, самая дорогая статья расходов – это, конечно же, такси. На сегодняшний день животные сыты, а это самое главное. К сожалению, продукты не могут храниться вечность. Они очень быстро расходуются, особенно на наше количество животных. А их у нас 50 кошачьих и 20 собачьих хвостов. Поэтому помощь приюту актуальна всегда, и мы с большой радостью примем ее от желающих нам помочь. Пожалуйста, не забывайте о наших хвостиках. Они не виноваты, что оказались ненужными людям, которые их потом выбрасывают из своей жизни. Без нашей с вами помощи у них просто-напросто не будет никакого будущего. Пожалуйста, не бросайте нас, не забывайте, поддерживайте приют. Тем самым вы поддерживаете много невинных жизней.